И всем привет! С вами Нидзирамас. И мы с вами начинаем потихонечку проходить третьего гекса. Далеко не факт, что я пройду его на 100%. Потому что есть моменты, которые вымораживают мой мозг в данной игре. Да, перезаписываем сохранение. Я просто чисто проверял. Да, сейчас у нас какая-то заставка. What's this? Ladies and gentlemen, I've just been handed some late-breaking news. Special Agent Extra, head of the TV Terrorist Defense Unit, and star of many of my private dreams, is apparently missing. Jerry Springer! Agent Extra was last seen wearing 8-inch pumps and a red bathing suit. Her current whereabouts are unknown. Gex! Agent Extra? You poor kidnapped minx. Hey, Tiger. Guess where I am? Trapped in the media dimension. Rez is back, and he's kidnapped me to get to you. He's attacking your secret island cave. Hey, speaking of secrets, you wanna see my... Gex, quit clowning around and get me out of here. This place is giving me the creeps. Just dial me in. You are now being so connected, though. Gex, listen up. Keep your watch on at all times so I can call you. Meanwhile, get me out of here. I need you. Yeah, you and every other beautiful government agent trapped in a TV set. I'm on my way. Shlemiel! Shlemazel! What's the number in court of the ring? Hey! That tingles. Let's get ready for the ultimate gecko weapon, baby! Yeah! Как-то так. Что во втором гексе, что в третьем. Завязку сюжета я ни хрена не понимаю. Но тут некую агента Экстра Рейс похитил, чтобы каким-то образом добраться до гекса. Ну, видимо, они напарники. И... это вообще как-то странно. Так. Сейчас. Настройки. Эксперт. Он более податливый. Режим камеры. А тут у нас типа обучение идет. Нам достаточно просто было нажать на кнопку. Тут у нас еще некие вот такие вот существа появляются. А, не работает. Нельзя тут смотреть на него. Что типа друзья гекса. Чё охренел? Ёха, можно что модно убить? Чё охренел? Хватит призвать мне своих чучел. Ты, черепашка. Черепашка ни разу не ниндзя. Да, и тут у нас вот такие вот хреновины. Лапки, так называемые. В далеком-далеком необозримом будущем они нам дадут бонус. Так. Да хватит. Обучение нам проводят.
Но мы же прошли с вами второго Гекса. С такой упорной камерой. Чуть не хочет. Не дает нам смотреть с первого лица. Так, есть еще что-то? А, тут есть, да, вот эта хреновина. Что нам надо бы туда добраться. Я вот не помню, как это делать. А, вот так. Монетка Би. Ну, Би, наверное, это для бонуса. Ауч. Вот эту игру я, как я уже сказал, я не собираюсь полностью проходить. Именно в плане на 100%. Потому что тут есть такие моменты, которые просто вымораживают. Только так. Кстати, вот то, что я в тот фонтанчик наступил, я так понял, это выдвинул камни, где я сейчас наступил. А тут ничего нет. Наверное? Геккун, спецагент. Да, конечно, это... Ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности сюжета. Да, сейчас. Каратэ-кик. Тебе... Да, камера упоротая. Ты чё? Ты чё, наглый, что ли? Наглый лапа. Не, ну, конечно, вот этот базовый основной по умолчанию мир я постараюсь более-менее пройти. Ну и первый там пара уровней. Да, первая пара уровней. А, тоже, но далее уже далеко не факт. Так. Угу. Я уже даже не хочу комментировать то, что камера творит. И насколько это странно. Таких комментариев было вполне достаточно, на мой взгляд, и во втором Гексе. Кстати, вот эта штука выглядит ближе, чем вторая. Ну, конечно. Кстати, второй раз на эти платформы запрыгивать чуть легче, потому что они чуть-чуть опускаются. Соответственно, приземлиться на них чуть-чуть проще. Но я сказал чуть-чуть. Это не значит, что криворукий игрок Гекса, как я, сможет это сделать в ближайшие 10 минут. Надеюсь, конечно, за 10 минут уж я справлюсь хотя бы. Точнее, уж даже я надеюсь справлюсь. Серьезно. Камера, это та еще каракатица, конечно. Ладно, давайте поставим такую. А, ну да. Я что-то забыл, что тут можно вручную ее управлять. Ну, наконец-то. А, это прохождение этой тренировки мы получили с вами очередной пульт. Не знаю, может быть, я даже тут сейчас не все смогу собрать. Вот эти штуки, насколько я знаю, надо все-таки бить. Насчет этих не в курсе. Походу их не надо. Камера тоже. Еще пульт. Мухи зачем-то. Зачем столько обучения, конечно, я не понимаю.
игра, вот зачем столько обучения? А тут мы что-то сделали. Разбив эти автоматы. Можно зайти сюда. Бордовость просто в край. Таких упортых лосей еще поискать надо. А сюда я, видимо, рано прибежал. Значит, давайте возвращаемся назад. Так, ну можно сюда забежать. Здесь наверняка что-нибудь можно будет делать. Ни хрена себе. Я сейчас еще сдохнул в варпруме. Какого хрена? Нет бонус, спасибо, я не хочу бонус. Бонус здесь та еще хрень, по-моему. Конечно, может быть потом я как-нибудь попробую эти бонусы пройти. Но честно, даже не особо хочется. Где эта долбанутая хрень, которая мне тут раскрылась? Так, еще 10 кругов давайте намотаем вокруг. А, он там вроде. Понятно. Здесь только... Здесь же только это, да? Да, здесь секретный уровень. Гениально. Я-то думал, там что-нибудь интересное будет. Конечно. Что-нибудь интересное. Смехотворно рассмеялся. А, ну да, здесь же. Эту штуку можно ударить по лицу. Только вот. А где? Здесь это хреновенько? А, вот она. Чуть-чуть сделаю. Да, наш Гекс преобразился во внешней облике. Стал черно-белым. А вот так. В общем, в таком облике Гекс получает возможность варить. Киану Ривз руинд май мув. Ты что делаешь? Так откуда можно запрыгнуть? Я тут помню. Явно не из этого бешеного крокодила. Что-то не получается. Да блин. Так, а где тут есть подходящее место? Люстра никакая не висит. Вот эти фонарики незацепляемые. А так что? Походу как-то так это делается. Оп. Нет, ни разу не так. Так, давайте попробуем еще немножечко. Но если нет, то, скорее всего, я этот уровень сейчас не пройду до конца. Да иди ты. Короче. Выносит мой мозг эта штука. Оп. Так, конечно.
Так. Тут можно запрыгнуть. Можно, конечно, с этого автомата попробовать, но это ни хрена, по-моему, не даст. Ну да, это ни хрена не даст. Вообще ни хрена. Вообще ни разу. Не хочешь телепортироваться домой? Не хочет. Обидно. Так, ну где? Там. Куда иди, а? Ну так я, естественно, не соберу, а там камера не позволяет нормально прицелиться. Отсюда. Дайте угадаю. Камеры. Камера не позволяет нормально прицелиться. Вот. Идет в лес. Походу не влияет, на то нажимаю я кнопку вперед или нет, когда двигаюсь. Ладно, пойдемте пройдем один уровень хотя бы. Хоть какой-нибудь уровень не надо пройти. Он максимум. Так, выберем второе задание, как самое сложное и неприятное. Нужно разбить 5 вот этих эльфов. Эльфов-сноубордистов. И тут, в отличие от второго Гекса, нужно строго соблюдать, то есть все абсолютно собирать вот эти бонусы, чтобы меня вымораживать немножечко. Их тут на каждом уровне по 100 штук. Иди в лес просто. Иди в замороженный лес. Так, этих пингвинов по одной штуке. Какие же упорные эти эльфы. О. Оригинально. Вот эти эльфы меня вообще всегда раздражали в этой игре, сколько я не играл. И конкретно... Вот чисто внешне и по звукам. Их, походу, специально разработчики постарались сделать максимально раздражающими. Не знаю, как-то у них... Зачем им это? Но они как-то это постарались сделать. Понятно. Просто... штук стоит. Да иди в лес. Так, теперь другой пингвин. А, вот этот. Поэтому тут на каждом уровне надо очень аккуратно и осторожно это делать. Хорошая лепешка. Экс. Да, чтоб тебя долбануло. Ну иди сюда. С тобой я, по-моему, не разговаривал. Бескультурный почтовый ящик. Ну, первый, конечно, более-менее простенький в этом плане. Хотя не без бесячих вещей. Тут
О, иди сюда нафиг. После такой игры я бы явно не взлюбил этих снежных эльфов. Ну, этих эльфов Санта, которые хренаси. Короче, мне нахрен не нужен. Идет он в лес, короче. Ты чё, я вожу с ним? Так, меня больше интересует... Хрена себе. Ну, камера, ты тут шутишь, конечно. Я заметил. Вот музыка здесь прикольная. Против музыки вообще ничего сказать не... А, чё это, блин? Тут же вот эта штука стоит. Так, 55 мух. Похоже на правду. Узнаем, когда у нас будет хватать пару десятков мух. И мы вообще не будем знать, где они могут лежать. Так. Тем временем... Нахижу упор от эти знаки танцующие. Вот так. Свалились в дом. Я не уверен, что мне нужно жизнь собирать так старательно, поэтому я не стану жизнь собирать. Ну, бонусную монету мы собрали. Том. А, конечно. Как же я мог не подумать, что чтобы выпрыгнуть из домика, нужно нажать кнопку прыжка. Парящие в воздухе конфеты. Так, вас я щупал, да? Пингвинозавры бешеные. Тут где-то ящик почтовый был. Но это я 100% щупал. Там еще где-то был. По-моему. Разве не возле каждого домика должен быть почтовый ящик? А, вот он. То я тебе сейчас... Не знаю, что я бы с тобой сделал. Ничего бы с тобой не сделал, конечно. Как обычно. Хрена себе. Остановился и упал от того, что... врезался в конфету. Нормально. Иди отсюда, бешеный. Сдохните отсюда. Упоротые пингвины. Упортые пингвины. Здрасте. Хватит издавать неприличные звуки. Часовой щелкунчик. Или что-то такое. Короче, это мне не нужно сейчас. Да, у меня есть вот еще один из друзей, так называемый Рекс. Вот мы его спасли, типа. Не знаю, насколько он в этом нуждался, но мы его спасли. Интересно, вот этому мостику ничего не нужно? Не могу вспомнить. Гекс! Давай.
Давайте в следующую зону пойдем. Ух ты, вылетел так. Так, подарки, не шагать. О, наконец-то мой разум бешеный. Нам нужно кучу, просто бешеную кучу этих лапок нам нас оборать. Ага. Окей, плавать вот так. Вздыхать нам нельзя, иначе мы всех мух потеряем, придется абсолютно весь уровень заново проходить. Если у нас кончится воздух, сдохнем мы мгновенно. Так, я пришел оттуда, вот там вот такой заниженный берег, с него можно, на него можно просто так из воды запрыгнуть. А вот остальные места нельзя просто так запрыгнуть, слишком высоко. Так, камера, перейди в другой режим. Тут даже по ощущению камеры менее упорота, чем во втором гексе. Просто она больше по скрипту срабатывает. Сам по себе она менее упоротая по ощущениям. Ну, по крайней мере, в третьем кексе камера меня никогда настолько сильно не бесила, как во втором. Хотя тут она тоже далека от того, что можно назвать самой лучшей камерой в мире игры индустрии. Кстати, вот сюда интересно, можно запрыгнуть? Да. На эту речку можно запрыгнуть. Ту-ту-ту. Так, ну мушки уже приближаются к тому, чтобы быть собранными. Идеальный вариант, чтобы они еще и... В итоге мне не пришлось бегать по всему уровню. Во что я вообще не верю, мне придется бегать по всему уровню. Ну, просто абсолютно. Да, сдохните. Подарки в первую очередь. Сдох? Сдох, я кому сказал? Немножко мух остается. А, упоротые эльфы, а, сдохните, вы меня бесите. Я реально не понимаю, почему эти эльфы меня настолько сильно бесят, но... Они слишком упоротые. Так. Отлично, еще одну монету собрали. Да, теперь мы на сноуборде, катаемся за эльфами-сноубордистами. Какие же ты бесячие. Можно останавливаться. Так, вот ты. Желтые. Вы же что, охренел, что ли? Куда ты убежал с моим подарком? А ну верни подарок, гад. Стоп, они не дают мух. Значит, я пропустил где-то мух, да? Я думал, они будут давать мух, а они не дают мух. То ты отвались. Я не хочу больше слышать твой голос, а... Ты мне будешь в кошмарах сниться. А где ты, бешеный эльф? Свались отсюда! Ай! Он сдохнет.
сдохнуть эльф. Эльф-вздыхатель. Ну, наконец-то. О, еще за... еще один... там еще один дед будет. И всех надо догнать. Так, ты свались отсюда, во, наконец уже, чтоб тебя подохло. А вот мои 5 мух, отлично. Стоп, почему 99? Где моя 100-я муха? Игра, ты меня издеваешь, да? А-а-а! Сдохни отсюда! Сдохни! Просто сдохни! Just die already. Все, теперь моя очередь быть упортом. Что, по-моему, имеет смысл? Это выжженный курс пройти. Гекс, ты перепутал. Этот уровень не олицетворяет Хэллоуин. Гекс, ты язык себе не отморозишь? Отлично. Бонусную монетку нарисовали. Уф. Nice work, Frosty. You're getting warmer. Not warm enough. When this is over, I say we perform a few experiments with Buddy. Good technique. That hat does nothing for me. Now how about you focus that extreme sports tail of yours on getting me out of here? На, тут еще и заставки у нас такие бывают. Периодически. Да, осталось только 2 пульта собрать. Создать 5 скульптур льда. Хрена себе, он ржет. Ну иди сюда, козлина такая. Бородая хренотень. И вы сдохнете. Так где? Одна на крыше. Гениально. Просто гениально. Так, вот еще одно. Грам-пам-пам. Чё, что за скользит? Отлично. Так, я не помню, где еще. Тут, по-моему, должно быть. Так, раз, два, три. Четыре. Вот тут должна быть где-то четыре. Так, где четыре? Че, нет еще? Серьезно? Серьезно, тут нет четвертый? Значит, дальше, что ли? Тут.
Так, тут нету. Я не помню, где они. А вот. 4. Я помню, что там было где-то. А вот 5. Что-то я, мне казалось, не должно быть на первых двух зонах, но нет. Активировали телевизор и сваливаем отсюда наконец. Останется в один пульт, и мы покинем этот упортый уровень. Так, где ж... А вот. Да, Tail Time. Я в курсе. И теперь победить злого Санту. Ну что ж, пойдемте прямо туда. Сдохни, эльф. А операцию убил портового эльфа. Гениально. Сейчас еще и сдохну на этом. Серьезно, что ли? Я не помню. Мужик, ты что, типа босс? Ну, надо же. Подожгли телевизор. Нет, нам сюда не надо. Уходим отсюда. Ты что, охренел, что ли? Я ж тебя убью сейчас, гад такой. А, сдохни. Всех эльфов, которых встречу, перебью нахрен. По-моему, это вообще один из самых раздражающих, или не самый раздражающий противник, которых я только видел вообще в играх. Потому, собственно, я их и выношу нафиг. Да, прошли мы на 100% этот уровень. Что неожиданно. Ну, на этом я благодарю всех за внимание. Будем заканчивать на этом данную серию. До новых встреч. В следующих сериях.